как будем партнеры туда стоять, да. Даже будете нам этот чуть-чуть. Естественно. Семена огурцов и помидоров итальянского происхождения фермер Фарис Гачаев намерен вырастить на полях Сайрамского района. Его хозяйство занимается зерновыми, масличными культурами и овощами. На выставке, говорит, увидел, каким еще урожаем можно удивить южан, узнать о новшествах в сельском хозяйстве и наладить деловые связи. Эти выставки обязательные выставки. Если даже будет возможность, если в год два раза будут делать кругозор крестьянам открывать, это то, что пускай посмотрят новое, то, что новое, это очень хорошо. На международной выставке представлена сельскохозяйственная техника, оборудование для орошения, удобрения, корма для скота, ветеринарные технологии. Южноказахстанских фермеров заинтересовали доильные аппараты. Иностранные предприниматели их тут же продемонстрировали в действии. В этом году свою продукцию привезли компании из 7 стран мира. Таким образом, уверены участники встречи, удастся наладить взаимовыгодное сотрудничество. Выставки мы проводим сельскохозяйственные не только в Шымкенте, мы выставки проводим сельскохозяйственные в Астане и в Алма-Ате. Специфика этой выставки то, что здесь больше все-таки оборудование рассчитано на южные регионы. То есть это оборудование для орошения, это больше семян, удобрений, ветпрепаратов представлено. Международная выставка сельского хозяйства будет работать до 2 ноября. У сельхозников Южного Казахстана еще есть время заключить выгодные контракты.